Питерский «Зенит», который вел 2-0 в серии с саратовским «Автодором», был нацелен уже сегодня обеспечить себе выход в финал четырех. Открытые трехочковые мазать нельзя. Демонте Харпер точен из-за дуги. А в этом моменте Артем Забелин прекрасно разобрался с Шейном Уиттингтоном. Против бросков с отклонением очень сложно обороняться. Кайл Курич показывает мастер-класс для саратовской команды. Никита Михайловский очень хотел забить под занавес первой четверти, но попал под блокшот высоченного Андрея Десятникова. В середине второй четверти отставание «Автодора» стало двузначным, но хозяева не были намерены опускать руки. Максим Шелекета попадает издали. Чудеса от самого низкого игрока лиги. Джастин Робинсон эффектно обыгрывает оппонентов. Вау! Спустя несколько секунд Робинсон совершил перехват и организовал быструю атаку, которую завершил Шакил Маккисик с сумасшедшим данком через Демонте Харпера. Наслаждаемся этим постерайзом еще раз. Евгений Воронов сегодня был очень эффективен на чужой половине. У капитана «Зенита» 20 очков и 3 из 3 из-за дуги. Коти Кларк ограничился одним дальним попаданием, зато оно получилось очень красивым. Когда Шакил Маккисик остается перед кольцом совсем один, пощады не ждите. Бум! Мощнейший слэм с одной руки от форварда «Автодора». Лучшим игроком матча стал Кайл Курич. Словацкий снайпер в этой встрече забивал на любой вкус. Всего он набрал 31 очко, что стало лучшим результатом в истории плей-офф для игрока, начавшего матч на скамейке. Соскучились по полетам Майки Даунса? Тогда держите! Американец завершил сольный проход красивым броском сверху с двух рук. Демонте Харпер не боится жесткой защиты. И даже великан Артем Клименко для него не помеха. Шакил Маккисик и Артем Клименко не догнали Евгения Воронова. А «Автодор» не догнал «Зенит». 90-78. Питерская команда побеждает и становится участником финала четырех.